Интернет вырубили. А деньги все. В смысле? Месяц новый начался. А я же положила деньги. Когда? Вчера 1000. И его уже нет, да? Ага. Не знаешь, почему? Вырубили интернет? Да. Но что-то он не работает очень. Нет, работает. Нет. Не работает ничего. Он мигал. Сейчас работает, Маша. Всех с праздником, дорогие. Я что-то даже... Мам, у нас даже, что, блин, одного тюльпана дома нет. Это как так? У нас розы есть. Какие? С твоего дня рождения. Да, шикарно. Видишь, я не могу поговорить даже. Я не голоса. С праздником, любимый. Опухшие? Не знаю. Может быть, плакала вчера немножко? Да вечером. Ничего, какая она. Маша, ты утром вставала покушать? Ага. На ее яблоко. Один кофеек у нас. Со всех с праздником я тоже поздравляю. Все с праздником, мои родные, всех. Девочки, с праздником. А кто где отмечает вообще? Я не могу. Даже не могу разговаривать, потому что если я сейчас буду читать, то я не буду ноты. У нас же сегодня концерт, вы я помните? Ноты, поэтому я не могу. Рома Гриценко ведущий, мам. Мы Ромочку видим? Да. Прелесть. Рому люблю. Начало в 9 вечера. Рома хороший. Понятно. Рома хороший. В общем, в 9 вечера сегодня начало концерта. Я буду играть на скрипочке. Мама тоже. Ой, смотри, сколько нам поздравлений. Инночка, с праздником, скажи, любимая. Скажи, что я Инночкина не могу прочитать, читать не могу, потому что... Вы знаете, что сегодня произошло? Мне сейчас должен был стилист собирать. Да. И она позвонила и сказала, что она не приедет. Мам, представляешь? Ну, Маша, сегодня 8 марта, кому это надо? Сама сделаешь. Тебе счастье, такое счастье, ведь почему ты сидишь... И не помогаешь маме накрыть на стол. А что накрывать-то? А что у нас две чашки воды? Нечего есть. Все на столе. Что тебе подарили? Вот, Марина Африкантова мне подарила 14 февраля вот такого зайца. И вот шары до сих пор еще полуздутые. А больше ничего не подарили. С 8 марта. Мамуль, я тебя поздравляю с праздником. Девчонка, у тебя тоже моя хорошая. Мамуль, по какому-то второму каналу девчат показывают. О, да ладно. Мой любимый фильм. Маша, я пойду покажу. Нет. Да. Нет. Маша, тебе салют, я тут тоже посмотрю. А девчат это про что? Маша, это такой хороший фильм. Беларусь поздравляет нас 8 марта, мам. И ты Беларусь, всех женщин Беларуси. Ой, у вас такая косметика хорошая. Куда собрались? Мы никуда не собрались, потому что... Сегодня вечером у нас же концерт сольный с мамой в 9. Поэтому я буду вот говорить... Это... Ой, вот ампулышка. А это от чего? Это от отеков. Кому-то сын картину подарил, представляешь? Да? Да. Ну вот. Молодец. Вот, моя ампула потрясающая. Так, ну что же мне-то покушать? А мне? И тебе-то вот... Может, блинчики сделаем? Нет, я могу Машу кашу сварить овсяную. Не, каша. А. Мам, извини, пожалуйста, но каша 8 марта есть. Это не серьезно. Очень серьезно. Каша это всегда серьезно. О, Севастополь поздравляет вас 8 марта и желает вам счастья. Мы тоже Севастополь. Как вы думаете, я смогу сама накраситься? Однозначно. Сама на концерт. Ну, конечно. Дорогая, лови поздравления от Молдовы. От кого? От Молдовы. А, Молдове, да. Там красивые, кстати, женщины. Машуль, доброе утро, поздравляю тебя и твою маму с 8 марта. Hello from Scotland Yard. Mm-hmm. О, спасибо. Ну, Scotland Yard, ребята. Мы там были с тобой. Да, Маш, вы знаете, когда Шерлок Холмс из Scotland Yard приезжал какой-то... На Эл, помните, все время? Детектив читает по Лондоне. Всех сегодня мужчины поздравляют с утра уже с праздником. Всем дарят
тюльпаны. Очень я рада. Я вчера, когда выходила из подъезда, я видела, как ночью мужчины вот такие хапки цветов несли. С праздником, девчули. Да, всех с праздником. Привет из Барнаула. О, Станислав пишет, мой массажист. Маша, во сколько приходить на концерт? Спрашивает. Приезжайте в Молдову с праздником, девчули. И маму тоже, конечно, естественно. Я так тортик хочу. У нас нет тортика, мама. Я бы сегодня съела тортик, клянусь. Тортика нет. Я вот думаю, что... А, вот у меня есть хлеб. Оля, в раздумье. Нет, у меня есть хлебца. Немножко. Ну, это достаточно. Родные, сегодня 8, в 9 вечера я выхожу в прямой эфир, где я буду играть на скрипке. Если вы сегодня вечером никуда не идете, ресторан идет к вам. Слышишь, дома? Ресторан идет к вам домой. Украина с праздником. Там тоже красотки, кстати, на Украине. Женщины-красотки там. Мам. Маш, я хочу найти. Что? Подумать. А! Садись. Я все ищу сахар. Мне сахар не нужен. Нет, сахар не нужен. Да я вот на муж себе. Что, Толь, будешь? Праздничный завтрак покажи. Масса сладкая. Твой праздничный завтрак масса на белом хлебе. Да, это шикарно. Мам, вообще она не очень хорошего качества, вот это вот. Масса? Угу. Желтая, поверь мне. Да? С 8 марта. Казань привет передает. Ну, Казань. От святой. Казань привет. Как вчера спала? Мне Станислав сделал расслабляющий массаж какой-то. Ну? Потрясающий. И я... Уснула. Часа в 4 утра спокойненько. Мамуль, все спрашивают, что у тебя с голосом. Не узнают. Заболела. Чем? Ну, кашель очень. Мама заболела. Всем приятного аппетита. Я поздно таким разговариваю. Кто только сел завтракать. Мамуль, может, 2 косички мне заплести? Сегодня, на вечер. А тебе глаз? На выступление. Маш, чем пойдешь на концерт? Мам, вот это серьезный вопрос. Да. Чем не пойду? Я что думала потом. Маш, мы виснем, сними фильтр. А, сними. Сразу? Сняла. Ушел, нет? Вис, ушел. Ушел? А у меня фильтр не выключается почему-то. Вот, сняла фильтр весь. Мань, вы отмечать будете? Ребят, ну как? Мне кажется, праздники должны в этот день-то устраивать уж мужчины. А мы как? Мы себе сами свой концерт сыграем. Мы сегодня сыграем сольный концерт, это этого прекрасно. Достаточно. Просто концерт даже. Мам, какой-то фильм, приходите завтра. Идет. Ой, Маша, там Фрося Бурлакова как по раз. По Первому каналу. Маша, там Фрося Бурлакова, кстати. А кто это? Ну, ты помнишь, тебе сказали платье? А, похоже. Да. Ушел фильтр, да? А у меня до сих пор бриллианты висят на мне. Мне кажется, сегодня нам... С тобой на концерте подарят много цветов, если честно. С праздником. Мам, мы же с тобой платье не поменяли. Мама. И я вчера немножко так тоже подрастроилась и забыла. Забыли. Забыли, ребят. Хорошо, что вы мне напомнили. А сегодня не работают? Ну, не знаю. Латвия поздравляет с 8 марта. Латвия, привет.
Дорогие, мы бы с удовольствием куда-нибудь сходили и где-нибудь посидели, но вы понимаете, что сегодня у нас... Нет, концерт. Если концерт, то в этот день нельзя. До этого пойти куда-то сидеть. Надо сейчас заниматься сядем, мои хорошие. Сейчас сядем играть. Да. Как дела? Не переживайте, самое лучшее. Вот вы умеете, знаете, поддержать меня. Это удача. Леван сегодня вам цветочки подарит. Приятно. С 8 марта с праздником с Уренгоя. Вам где Уренгой? Далеко. Казань мне очень нравится. После концерта, честно скажу, набухаюсь. Ну, я буду... Не набухаешься, но выпьешь вина. Держаться до концерта, а после все. Почему вы не отвечаете в директе? Соседи вчера угомонили, сегодня соседи не делают ремонт? Конечно, нет. Попробовали бы они 8 марта начать делать ремонт, когда все мужчины в постель приносят женщинам цветы и подарки, а они бы в этот момент под звук дрели. Романтично. Может, они спят еще даже? Я вчера к ним ходила, но... Да? Угу. Просила? Я им сказала, ребят, вы знаете, говорю, один раз осталась дома. Угу. Я говорю, хочу полежать. Вы не имеете права с 2 до 3? Нет, с часу до 3. Они с 2 до 3 начали делать. А с часу до 3 нельзя. Они начали долбить стену с 2. Ну, да. Ну, они успокоились. Они сказали, нам заказчик условия поставил, чтобы мы успели. Орел, привет. Вы тоже наша семья. О, Ливан пришел. Как ты видишь? Ливанчик, привет. С праздником. С праздником, любимая. Приятного аппетита. Спасибо, Ливанчик. Сегодня мы тебя ждем. Про тебя уже вспоминали здесь все. Мы там будем, Ливан, где-то с 7:30, с 7, может быть. Я сегодня готовлюсь. Но ты сильно не готовься, а то, знаешь, там... Ты придешь в таком виде, что все будут шокированы, комплексовать. Да. Ливанчик, привет. Киев, с праздником, милые. Ты была ведь в Киеве, Маш. Тебе очень понравилось. Я в восторге от Киева. А я не была ни разу. Софийский собор. Угу. Катались на трамвайчике. Мне кажется, ты левша. Это дочь кажется, потому что прямой эфир зеркалит. Я вас с мамой поздравлю, Ливан говорит. Ты довольна, мама? Поздоровайся. Ну, Маш, я жую, не могу. Ты красива, а мне как-то некрасиво. Ты что, Оленька, комплексуешь? Да. С праздником. Кому что подарили? Скажите, кому какие Ой, цветы? Скажите. Мам, а ты помнишь, вот нам когда-то папа дарил желтые такие цветочки? Где, как они называются? Мелкие такие. Мимозы, что ли? Да. Где они? Почему их в Москве не видно? Видно, ты не видишь. Привет из Актобе. С праздником вас, девочки. С праздником. Духи подарили, тюльпаны подарили. Угу. Тюльпаны, еще раз. Духи. Ну, короче, это все нужные подарки дарят мужчины, молодцы. А кому-нибудь бриллианты дарили? Машины, бриллианты, квартиры. Или у нас здесь таких нет? Мне розы и тортик. Ой, значит, тебя твой мужчина любит. Раз он тебе торт дарит, значит, у тебя все шикарно с фигурой. Ну, что ты хочешь? Мне ничего. Некому дарить. Ну, привет тебе от нас с мамой, собственно говоря. Володь! Ах ты, козел! Сегодня ты без еды останешься. Ты не подарил нам ни одного подарка. Машенька, я уже накормила его. Зачем? А что он тебе подарил? Он мне дарит свою верность, преданность и любовь.
это тот случай, когда собака не изменяет вообще. Так он не изменяет только потому, что на поводке ходит все время. Нет, нет. Вот даже его отпусти, и он, ну, подойдет, поцелуется и вернется к тебе сразу. Собаки это лучшие вообще, ну. Мне деньги хоть подарили. Тоже хорошо. Что захотите, то и купите на них. Вот мне это тоже всегда приятно. Подаришь и все. Мама! А? Девочка пишет, мне говорит, пока ничего не подарили. Но сын дал поспать до 9 утра. Это как для меня сказка. Ну, это вот это подарок. А сколько сыну лет? Сыну сколько лет, дочь? Ой, у нас, оказывается, подзавис интернет. Чего? Муж говорит, есть, а подарки всю жизнь я как-то сама себе покупаю. В том числе и бриллианты. Но это плохо. А что он делает? Муж не дарит, деньги просто дает. Тоже хорошо. Почему? Ну, Владикавказ поздравляет. Мне духи, а хапку тюльпанов. А, так 1,7. Малыш совсем маленький у него. Ой, ну это он подарок, правда, сделал. Маша, как ты относишься к творчеству Кирилла Толмацкого? Децл? Это Децл, это его отец Кирилл Толмацкий или это сам Децл? Я не знаю. Просто. Маш, не знаю. Вот я тебе сразу говорю. Ливану позвони. Позвони Ливану после эфира. Обязательно. У нас с ним красная дорожка с Ливаном, мам. Ты не забыл 13-го? Да, главное, что ты не забыла. Я-то при чем тут? Вы же на красной дорожке. Так а ты будешь аккомпанировать? Нет. Ты что, тебе выкатит белый рояль из кустов? Не верю. Клянусь. Там будут кусты большие, тебе выкатит рояль. И все. А я выйду на белом коне. А, Ливан на белом коне. Эффектно. Мама, что у тебя с голосом? Спрашивают. Что-то не то. Ну что, я кашляла вчера и сорвала. Да, бывает. Мы сегодня выступаем в 9 вечера в ресторане Москва-Сити. А, Кирилл, это Децл. Слушайте, я, если честно, вообще его творчеством никогда не интересовалась. Я даже не знала ничего. Нет, я знала... Я его помнила по фабрике. Я знала, что есть Децл. Да. Потому что у него дреды. Да. Лицо запоминающееся. Был у всех на слуху. Он же умер. В момент пропал со слуха и умер. Трагично. Жалко, да. Очень жалко. Молодой совсем. Слушай, а Дима Коган? Дима Коган. Это вообще, вы знаете, внук Леонида Борисовича Когана, гениального скрипача. Отец у него Павел Коган. Мама у него Нина Коган в консерватории. Да. Мы с ним одно время даже встречались. И вы знаете, мама что? Мама такая красавица, кстати. Я к чему? Он всю жизнь занимался по 2 часа на скрипке. Хотел доказать, что он на нем природа не отдыхает. Если он внук звездных родителей, там, да, дедушки, это не значит, типа, что он бездарь. И что вы думаете? Когда я была на Доме 2, он умер. Да. Умер. Молодым он совсем. Совсем молодым. Почему так? Ты так красиво кушаешь. Мне сразу кушать хочется. Мам, Ольга Дмитриевна, поздравляю вас. Спасибо, дорогие мои. Мария Кой, Ольга, да. Маша, ты самая классная девочка, у тебя все качества присутствуют. Мороз, привет, скажи, пожалуйста, про пермамент бровей. Хочу сделать. Слушай, ну я вот делала пермамент у чемпионки мира. Если ты пролистнешь 2 поста назад, то ну, она шикарно делает. И попроси у нее сделать технику с волосками. То есть просто рисовать, да, и она не пермамент делает, а как сейчас модно напыление. Бузу вот сделала сестра, бузу я сделала. Вот мне хотят сделать. Умирают молодые, потому что люди не берегут себя. Нервничают. Хотят всего добиться сразу, и все. Ну что-то, вау, мне вчера написала в директ одна подписчица, очень мне советовала, она почему-то думала, что я даю собаке косточки куриные. Никогда в жизни ни одной косточки, ни говяжьей, ни куриной. Я снимала иногда, знаете, вот прежде чем встану, есть крылышко, а у крылышка есть такая
ну, жилочка, знаете, беленькая. Вот ее я могла дать. Но чтобы когда-то кости я дала, каюсь, вот сладенькое давала. Мам, у него глаза после массы гноиться стали. Я массу не давал. А, то и масса. Ты целиком, да, 250 грамм. Там знаешь, сколько сахара было? Много. 31 грамм, мам. Ты мне купила, между прочим. Но ты-то себе машешь на бутерброды с хлебом, я уже привыкла. Нет, ну ту массу ты же мне. Че ты задумалась? Ну, что, нельзя больше, не буду давать. Ну, и можно. Мы с тобой в Израиле, Тай. Когда? Завтра. Надолго? Mm-mm. На сколько? На 5 дней. На что? На 5 дней. Нет, я не могу, у меня работа. Когда? В субботу, понедельник. Значит, на один. Mm-hmm. Туда и обратно. Давай в Нижний съездим. Будем с ним работать. А то бы я съездила с удовольствием, посмотрела на него. Ты потолстела. Серьезно, да, мам? Смешно. Это специально пишет, Маш. Это специально пишет. Вы зачем меня расстраиваете? Во-первых, у нее там... У меня же сегодня концерт. Во-первых, она таким ракурсом. Во-вторых, об этом речи нет. Ну, что ты хочешь? Я же тебя покормила. Мне и так вчера было так... Косточку дам потом, когда погуляем. Мне и так вчера было так плохо, что я чуть не померла, уж поверьте. Поэтому мне лучше, конечно, таких вещей сегодня не писать. А... Не потолстела, а поправилась. Вот, сукин. Тебе, говорит, идет. Маш, господи, какие вы красивые. С утра без макияжа. Простого вам женского счастья. Ой, спасибо. Вот раз люди желают, наверняка оно будет. Наверняка. Давайте. Желаю вам всего наилучшего. Женщины такие, на Руси такие женщины, мам, товарищи. Извини, а ты инстес. Хоть одно пожелание вообще скажи. Ну я поздравляю, я вас люблю. Желаю такого женского счастья. Мы какого? Такие... Какого? Вот какого? Такого? Такого? Это какого? Вот мы, девочки, такие сильные. У меня, кстати, есть один пост хороший. Давай. Ну вот. Ну, как... давай. Я его придумала. Выкладывай. Нет. Как нет? Ну я его придумала. Ну. Его надо, чтобы кто-то мне помог, кто-то меня заснял. А конечно тебе не могу, что ли? Нет. А свободные руки ты умеешь ставить? Как это? Все, мам, ты все проложилась вообще. Нет, это не в домашних условиях делается. Ну, я же тебе уже говорила, не надо. Очень, очень надо. Желаю вам крепкого. Я придумала, поржете. Мам, у меня температура, нет, потрогай. Ты плакала всю ночь. Ничего тебе. Все у тебя хорошо. Вообще все отлично. Что у меня хорошего? Да все хорошо. У тебя все хорошо. Родная моя Жанночка, да. Я вас всех люблю безумно. Очень рада, что вы сегодня с нами с утра в эфире. Мария, кое, Ольга, что показывать? Маш, покажи, как он будет бежать, я замечу. Покажи. Я не хочу показывать. Не хочешь? А ты ему говоришь, что такое? Ладно, скажи. Смотрите, дальше. Подожди. Смотрите. Смотрите, как Вова будет бежать за мячиком. Мой мальчик, но он мне не отдаст мячиком. Иди ко мне дай мячик. Мам, вот спрашиваю, ты себе телефон купила, прокомментируй ситуацию. Нет. Вот тебе подарили деньги. Да. Маша, где эти деньги, во-первых? Мне много, и сыночек, и Маша, но я не буду покупать. Почему? Обоснуй. Вот, ну вот если он у меня есть, один, вот зачем? Вы знаете, а у Маши был еще один айфон, она его тоже как бы подарила, и я не понимаю, просто попросил человек, просто попросил, и она тоже подарила, хотя у этого человека было несколько телефонов, но она... Это мой друг. Да, это этому другу. Я не могла не подарить ему. Подарила телефон, как бы, может быть, дала, я хочу, чтобы ты его забрала. Я не буду ничего забирать. Причем, знаете, это, другу этому надо, не знаю для чего, ну он... Маш, может быть, немного... Че? Немного уделяла времени своему мужчине, поэтому так соскучились, как сама думаешь. Чего? Не поняла. Может, не так много уделяла времени своему мужчину, поэтому так случилось, как думаешь? Во-первых, вы ничего не знаете и догадки, а потом Маша напишет продолжение. Она же у нас писатель. Не, ну, может быть, и поэтому. Она писатель. Ну, вы знаете, как сказать, если бы этот мужчина мне как-то помогал, может быть, финансово, я бы столько, конечно, не работала. Да. А еще у нас так случилось, что в свое время нас бросили мужчины, и меня, и маму. И у меня как-то особых надежд нет. Я
как, ну вот при каких обстоятельствах я могла бы сесть дома, да? Ну вот Кристина Ослина, да, у нее на Андрея можно положиться. Он ВДВшник, парень хороший, ну вот женился на ней. Вот на моего сына можно положиться. На маминого сына можно положиться, вот на Сережу. У него да. Кристина тоже ни дня не работала. Ну как бы вообще даже вопроса не стояло. Я бы тоже, знаете, может быть, хотела бы, чтобы мне мой мужчина сказал: Маш, ну давай, я тебе там буду все... Мерседес куплю. Да при чем здесь Мерседес? Новую машину. Я буду тебе помогать там, еще что-то. А у меня как получается, что, ну, маму я обеспечиваю, поездки все там тоже я обеспечиваю, все продукты я покупаю, нам, ну, на мне все, и что? Ну, как мне? Я сама понимаю, что, Машенька, может быть, я Машенька, там мало уделяю времени. Это же мамочка твоя, поэтому ты и покупаешь. Нет, я может... А, она не только... Ну, ладно. Нет, ты скажи, что ты. Ну, все покупаешь. Что? Ну, и не только мне, понимаете, она... Ну, говори, что ты? Да нет, я даже... Ну, говори, мамочка, что так скажи, что ты хотела сказать. Что она может мужчину вывести на курорт, отдохнуть. А, понимаете, вот так вот. Поэтому все как бы на Маше. И не раз. Да, и не раз как бы. Ну, вот нельзя этого делать. Надо все-таки, чтобы мужчина... Вот я не приветствую, когда мужчина не работает, сидит дома, а женщина должна все делать. Я не приветствую. Никак. Таких. Когда нахрена мужик, если ты сама все можешь. Не будь об этом и речь. Вот о том и речь. Ой, слушайте, и мне вчера прислали... Нахлебник это называется. Мне, ну, это нахлебник, так, кстати, называл себя. Вот, знаете, честно скажу, была у Малахова сейчас, тема передачи называлась «Альфонсо». Маш, а где вот это вот? И он сказал, Жилечек? Что... Маш... Мужчина и на той мужчина, чтобы не работать... И женщина могла родить ребенка и не париться по поводу того, что ребенку нечего, блин, есть. Вот честно скажу. Да, да. Но... Вы знаете, я уже вам рассказывала, я недавно... Это я вчера рассказывала на эмоциях, я этот эфир удалила, все, что случилось. Ну, молодец. Те, кто был, тот был. Но в целом не хочу как бы... Молодец. Ты удалила? Конечно. Умница. Конечно, я удалила. Слушайте, эфир. А я не Но дам... самые тут близкие ночные были мои друзья. Но в целом я его удалила, слава богу. Я уж до 6 утра не спала, в 6 утра удалила. В общем, те, кто знает, знают теперь. Ну, ничего а страшного. Не знаю, не, да. А те, кто не знает, ну и хер. И не надо. Слушайте, это я вам говорю. Я недавно была в салоне. Я даже не помню, в каком что-то Маша делала. И там девушка вдруг... она приехала на машине, сама на машине приехала. С ней парень был, причем машину вела, видимо, она. Сейчас я патчи одену. А может быть, нет, может быть, это... Может быть, он сидел, не знаю. В общем, я потом это спросила. Говорю, какая девушка, в общем, симпатичная, все. А я говорю, а парень, смотри-ка, говорю, так любит ее, боится отпустить. Да он, говорит, не работает. Она квартиру оплачивает, сидит дома. Он сидит дома. Она... Вот поехал на работу вечером, уже чего-то делала в салоне, я не вспомню. И говорит, она его содержит, представляете? А он прилепился, боится, что она кого-то другого себе найдет. Боится отпускать. Вот такие бывают мужчины. Это вам повезло, что вот у вас хорошие мужчины сейчас. Они а, все... А? Где? Патчи? Черные патчи. Ну, я сейчас поищу. Я не знаю, ты не видела? А черные патчи? А белые? Они закончились все уже. Белые патчи закончились, остались то, а черных нет. Какую белорусскую косметику много подарили. Отталкивайтесь. Я не вчера рассказывала, что со мной случилось, но эфир я удалила, потому что я плакала, и я не хочу, чтобы меня видели плачущие. Вот. С праздником, дорогие, солнышко вам и тепла. Ну, спасибо, родные. Вот, ты попить хочешь? Вот, миска твоя, вот. Мам, ты не знаешь, от чего у меня уши, звон в ушах с одной и со второй стороны? Давление может быть. И знаешь, как будто ватные они. Лапочка. Вы не знаете, от чего это может быть? Ну, откуда они знают? Они не врачи. Бабы сами все выживают.
Ну, просто, знаете, я еще тоже сами. Ходила, да, к Малахову, говорили, только мы говорили о том, что вообще мужчины стали альфонсами, все дела. Не знаю. Что, воды нет, что ли? А, боже мой, ну как... Мам, говорят, что это давление у меня. Давление может быть, поэтому береги себя. Я прям, знаешь, у меня неприятно, уши как вот, знаешь, как будто вот в вате. И сдавлена голова вся. Это от слез вчерашних ночных. Хватит. На, моя ягодка. На, ягодка моя. Так я правильно лепила? Скажи, узеньким к носу. Да. Ну, все. К сожалению, такими женщины сделаны. Ну, наверное, да. Женщины в страхе, наверное, остаться одни, нет, может быть, много нет. Слишком на себя брали. А как? Да нет, Маша, просто женщин действительно много. Мама, тебя с 8 марта поздравляют. Ты поблагодаришь? Спасибо огромное. Я вас тоже от всей души поздравляю с 8 марта. От всей души. Ну вот и все, сиди тут с пачками своими. Мы сами портим мужчин. Вот согласна. Маша, а вот если сегодня отбивную сделать? Какую? Куриную. Подожди, а кто мне будет красить сегодня? Сама. Ну, я сама на концерт не могу накраситься. Меня поздравляет кто-то. С праздником, дорогие. Вот знаете, я даже приезжала вот летом в Германию, и меня там встречал немец. Ну, у меня концерт был, если вы помните. И он студент, все дела. Но он все оплачивал. Он мне даже не давал воды купить. Секс нужен, давление будет нормальное. Ну, конечно. Вот чего надо. Это тебе. Это... Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Ты наша панда. Не ждите программу Гордона, потому что я сама устала ее ждать. И я думаю, что просто, когда она выйдет, я вам скажу в этот день. Такая ты крутая. Благодарю. С праздником, родная. А ты сюда забыла ходить, кстати. Ой, а мне же дали, кстати, абонемент. Я забыла. С праздником. Может быть, я выкидываю. Мамуль, ты мне сможешь сделать... Билет. Ты мне сможешь сделать кудри сегодня? Ой, вот эти я не люблю. А может, две косички? Ну, вот, спроси подписчика. А скажите, а как мне выступать? С какой прической сегодня? Ну, на бок только сделаем. Шикарно тебе так. Попытка, обожаю, когда мой муж что-то рассказывает, а потом что, зайка моя с праздником. Ой, Кариночка, привет, любимая моя. Я к тебе на волосы все никак не могу дойти, да нарастить нашу с тобой. Я люблю тебя, очень спасибо тебе за то, что... Нет, только не... Мам, все говорят, чтоб косы не делала. Да они не собирались. Папа мне позвонил, я прервала. Почему? А у меня же эфир. А-а-а. Машенька, женским днем вас. Прямые или кудри? Ну, тогда оставлю, наверное, прямые, поскольку они у меня хорошо вытянуты. Знаешь, у Малахова такие хорошие стилисты-визажисты. Да, очень. Очень. Они меня так накрасили шикарно. И выпрямили волосы, сказали, с прямыми тебе лучше. Они сказали? Да. А они мне сами сказали. У тебя прическа сейчас исключительно хорошая. Вот ты просто ее вот этой щеточкой еще. Все говорят прямые. Да. Ну, Маша, вот все до одного. Доверяю подписчикам. Давай приеду, сделаю кладку. Нет, я не Машенька, нет. Нет, прямые. Нет, для этого мероприятия платье с фламинго точно не подходит. Вы представляете, это формат нет. Клуба, наикрутейший ресторан. Только в пол. В Москва-Сити. И там вообще дресс-код в пол. Поэтому я не могу... идти туда с косичками, меня просто не поймут. Голову помоют. Так а я же мыла вчера. Ты зачем думаешь, часто мыть так голову? Нет, все хорошо. У меня же не короткие волосы. В Ялте очень круто у меня сделаны. Да, помнишь, на... Да, Алла. Все вспоминают. Алла, хорошо. Очень крутые были. И главное, знаете, я когда к ней пришла, говорю, ну что, наверное, 3 часа будем делать, 4. Она говорит, нет, конечно. И она нет, мне сделала за 1:20 все. Прям как автомат крутила, быстро, раз. Макияж пусть делают. Мама все говорит, макияж тут делается.
Машенька, ты пойдешь со мной сейчас, нет? Зачем сейчас? А когда? Попозже мы общаемся. А сейчас сколько времени? Время без 15:12. Уже. Сейчас уже обедать и заниматься. Только подумала, сколько молодых больных, это, слава богу, здорово. Значит, все хорошо, и больше не плакать. А, те платья вот в одном из тех, в котором фотосессию делала. Так они же уже не все остались. Все хорошо, волосы красивые. О, Саня из Ялты проснулся. С праздником тебя, Мария. Ой, спасибо, дорогой. Как у тебя дела, Саня? Ты где пропал? С 8 марта. Спасибо, родные. С 8 марта. Так, что ты хотела взять? Мам, как ты думаешь, почему? Мне искать через человека, который макияж сможет сделать, или со мной? Однозначно со мной. Маш, у тебя нет настроения? Ну, как сказать? Те, кто вчерашний ночной эфир видели, все понимают, о чем речь. Нет, мне нет настроения. Сейчас нельзя разбрызгиваться с утра и распылять энергию, потому что концерт вечером играет. Поэтому нельзя сейчас. Понимаете? Понравилось. Работа у меня тут тоже... У меня тут тоже полный. Че? Что полный? Саня, у тебя что-то случилось? С праздником, дорогая. Мамуль, привет. Ты не поздороваешься? Здоровался. Почему ты не общаешься с синтез? Маш, мне нельзя смотреть. Я теряю зрение сразу. Сегодня мне нельзя. Тебе синтезатор уже привезли. О, написал Вадим, что у мамочки привезли шикарный синтезатор Ямаха на вечер, на концерт. О, спасибо большое. С праздником, будьте счастливы. Солнце наше, не грусти. Видела вчера твой эфир, я почувствовала твою боль. Ну, все, да, у меня все уже нормально. Я решила, что нужно быть сильной. Конечно. У меня мама 45 лет с мужем прожила и могла бы вообще слечь. Вот только мы об этом с ней говорили. А она у меня, видите, какая молодец. Ну, я думаю, вам расскажет, что было вчера в эфире, но я его уже удалила. Это был последний эфир, потому что не хочу, чтобы видели мои слезы. Еще чего? Никто. Да, правильно. Особенно в такой день, 8 марта. Я так хотела, чтобы все было хорошо. И вот вчера вот такое сообщение. Знаете, что поняла, мам? Я лежала вчера, когда днем, да? Но спала. Приходит сообщение, я читаю, и у меня, знаешь, у меня подкатывает вот сюда ком к горлу. Вот еще чего? Уши чувствую, знаешь, вот как... Давление. Я почувствовала, как вот, знаешь, по венкам кровь подступает, и я просто... Да тебя Бог, когда Бог дает тебе... Я знаешь, что думала? До этого, я думала, что я просто вчера днем, да, у меня началась тряска рук-ног, я думала, что я просто, ну, у меня будет что-то... Да, Машенька. Лопнет сосуд какой-то в голове. Лапочка, да вообще... Сразу, тебе же говорила, сразу очень наш, почитай и все. И ку-ку. Нет, я решила, что я буду... Надо было вчера выходить в эфир. Сразу. Сразу. Я дура такая. Терпела. Ага. Через перед не делай. Маня, меня вообще муж бросил беременную. Но ничего, мы справимся. Господи, актриса. Ну да. Или так, лучше бы так, конечно. Да. Мама правильно говорит. Мама, что ты сейчас говорила? Уже забыла. Здрасте, родные. Что случилось, то случилось. Маш, вообще, вперед спрашивает. Спроси, кому что дарили лучше, кто чем занимается. У меня, я поняла, что очень хорошо, что я публичный человек стала. И мне сообщают. Ну, хотя и через полгода, но тем не менее, сообщили все. Правильно мама говорит. Забыли. Специально ткань подрезала перед выступлением и праздником. Что? Мама сказала молиться. А я всегда, я каждый день молюсь. Абсолютно каждый день. Я не, честно скажу, не люблю ходить в церковь вообще никак. Но молюсь я каждый день. Утром, вечером, днем. Всегда. Да, время пройдет, более тихо. Ну, я буду с вами в эфире, поэтому всегда теперь, поэтому будет нормально. Мне не будет грустно, мне будет хорошо, вы меня будете отвлекать. С праздником вас, дорогие девочки. Спасибо, родные. Мариночка вернулась еще сегодня.
Не знаю, наверное, ее не отпустят ко мне на концерт, как обычно. Будь оптимисткой, ты сильно, ты справишься. Ты наш солнышко. Я очень наш читаю. Жизнь по-новому обнули все. Ну да, столько раз я, блядь, обнуляю, что уже страшно становится. Прости мне, Господи, за такие слова. С праздником тебя и мамулю. Мне подарили сыновья тюльпаны, муж в командировке, поэтому позже по приезду. Слушай, ну самое крутое, то, что у тебя есть сыновья, это вообще самое большое счастье, мне кажется. Да, Марина с Ромой вернулись еще сегодня. Маш, добавь меня в эфир. Зай, ты знаешь, я не могу никого добавить, потому что у меня начинает виснуть все. Маш, ты очень хороший, я тебя люблю. Вы уже попили кофе? Да, но я хочу еще чашку, потому что у меня что-то ноги трясутся. Огромного женского счастья, будьте здоровы. WhatsApp, конечно, есть. Так а у всех же есть WhatsApp, не? Что рассказывать? Был, не было, тоже никакого значения не имеет. Патчи вот такие вот корейские, кажется, очень хорошие. Машуля, спасибо, дети самое главное, а за вчерашнее забудь. А если ты слишком много времени сел на тачку на чужих людей, не в ту сторону, поэтому у тебя все не так, как хотелось бы. Ну, вы имеете в виду то, что я мало времени уделяла кому-то там, и поэтому так все. Я так не считаю. Мам, откуда эти яблоки? Зеленые. Я купила плохие. Обалденно. Знаешь, откуда они? По-моему, это крымские. Я купила, да? По-моему, крымские машины. По-моему, крымские. Я сейчас буду заниматься на скрипке. Часов 5 подряд. Потом буду краситься. А в 9 вечера начало концерта. Ромочка Гриценко будет ведущим. А вы будете у нас в эфире все. Поэтому мы никуда сегодня не можем идти с мамой. Будем заниматься. С праздником, Машуня, с праздником, родные. Даши Бучневой, да? Мам, как ты думаешь, мне выступать в платье, в котором я с Леной Хроминой была? Однозначно. Опять в том же? Ну, я думаю даже. Как можно в одном и том же выступать? Машенька. Маш, а я бы тебе посоветовала, вот, например, выступила в чем-то, потом маленький перерывчик, ты переоделась, вот так. А в каком платье? И несколько раз. А в каком? Сынок, в каком платье?
в золотом с рукавами выступишь. Ну, ночное в золотом с рукавами. И в том обязательно, в этом там же все это. Там же вот такая паспорта. С 8 марта. Вы будете дарить другим праздник своим выступлением? Да, я буду с вами с 9 вечера в прямом эфире. Не бояться, что у тебя грудь вывалится. И у меня начнется мое выступление в 21:00. Маша, где твое красное платье, кстати? Красное тоже можно. Покажи красное. Ну, то вот. Кавали. Кавали. Покажи, пожалуйста, нам. Ну, а где он? Сейчас я вам покажу платье кавали. Я думаю, что можно в нем. Вообще нет его? А то где? А, все, однозначно, в сиреневом. Покажи, мам. Покажи его. Подожди, сейчас я вам платье покажу. Ты не покажешь. Почему? А, вот оно. Покажи, мамулечка. Хотела фотку показать, где я в нем со зверем. Со зверем хотела показать, мамуль. Ну не надо мне тогда нести? Нет, неси, его нет здесь. Его здесь нет. Плохое изображение. А, вот оно, несут платье. Спаивателя жалко, нет, Маш. Вот оно. Сейчас я покажу. Вот так. Нет, не с этой стороны. Вот тут видно. Вот, смотрите, спинка такая. Нет, я в нем не была на конкурсе. На конкурсе я была в платье от Виктории Бонни. Маш, это шикарное платье. Это шикарное. Просто шикарное. Покажи. Думаешь, в нем? Ну, в нем тоже. А ты его одевала когда-нибудь? Ну, Маш, смешно. Я же все-таки уже... А поверни его вид сзади немножечко. Ну, вот так вот. Вот такие бретельки. Говорят, что... Одни говорят, красивые. Да, вот оно шикарное. Смотрите, это вообще-то оригинал Роберто Кавалли. Платье. Маша, единственное, его надо гладить. Видишь, я не смогу его погладить. А может быть, завтра не нет, а его можно только отпаривать. Ну как, платье норм, нет? Что-то не могут определиться. Я, наверное, в нем буду. В нем ни разу не была нигде еще. Только на Доме 2, это было очень давно. Ты мне сможешь вытянуть волосы, нет? Они тебе вытянуты? Нет, спереди. Мне не нравится, как спереди. Маша, вытянуть можно? Слушайте, я не могу понять, что за пробор у меня здесь. Какой-то непонятный. Надо на тебе посмотреть. Лучше платье по фигуре. Вот я тоже хочу, думаю, что в ресторан в этот лучше облегающее платье по фигуре. О, я поняла. Я маму попрошу мне фонарик сделать сегодня. Мам, а платье черное Макс Мара пропало, да? Девочки, очень крутая штука. Всем советую купить. Загарное распыление. Маш, выступай в красном, оно тебе очень идет. Ну, я тоже думаю, что для разнообразия выступлю в красном. Кто кого избил? Муж избил? Блин, если муж избил, от него нужно бежать без оглядки. Заявление писать на него в полицию и срочно подавать на развод. Потому что мужчина, который бьет, это уже все. Это просто конченый мудак. Никому не нужный.
Да, ребят, мы живем в гостинице, и все. И на этом можно вопрос тот закрыть. Мамуль, а ты резиночку мою видела? Что-то вчера была в каком-то состоянии непонятном и все потеряла. Все, готово. Качество ужас. Такие... Слушайте, ребят, ну, вы можете, как сказать? Качество не очень. А кем работать в Германии? Мне, кстати, предлагали сейчас переехать и работать в Германии в оркестре. Как загар смотрится? Нормально, нет? Я себе побрызгала автозагаром. С праздником, Машуня, маму тоже поздравь. У нас одинаковое состояние с тобой со вчера еще. Надо, блин, это, забывать. Срочно об этом. О нашем вчерашнем состоянии и никогда больше к нему не возвращаться. Маш, почему вчера была расстроена? Ну, так сложились обстоятельства. Но сегодня все нормально. Мы с мамочкой сейчас идем заниматься. Потому как вечером у нас с ней концерт сольный. Мамуль, поздоровайся. Ой, синяк какой. У кого это синяк? У Дилечкиного сына. Какой он хороший уже. Такой взрослый. Большой пацан, боже мой. Ну, так, Маша, подожди, я сейчас... Маша, почему в эфире вчерашнего у Гордона тебя не было? Слушайте, ну, потому что они решают, Дилечка, когда кого ставить. Я сама, если честно, очень долго ждала, когда же выйдет наконец-то эфир. Но, видите, они сказали, что эфир перенесли опять куда-то. Ну, как только, я думаю, как только мне сообщат, я вам сразу расскажу. Вы не волнуйтесь, вы лучше не ждите и не следите, потому что, честно, у них там какая-то система, они, кажется, не как на Доме 2 через неделю выпускают, а они выпускают через 2 недели, может, или еще. Первый канал мы когда снимали? Позавчера, да, в ночь. Первый канал выйдет, где-то сказали, 19-го. 19-го. Давай начнем сегодня с нового листа. Ну, выхода нет, придется, наверное, собственно говоря, 8 марта вместо роз начинать жизнь с нового листа. Может, не выйдет, потому что секретный фактор сказала? Нет, выпуск выйдет 100%. Хотя, если не выйдет, я тоже не удивлюсь. Вы помните на НТВ, как все было? Правильно, Машу, не раскачивай маятник на эту тему. Было и прошу. Да, я не буду. Я просто знаю, то, что я могу легко впасть в депрессию, то, что у меня может пропасть аппетит, а я не могу себе этого позволить, потому что я уже пережила, знаете, клиническую смерть, а второй раз, я думаю, мне Бог уже не вернет на эту землю. Скажет, знаешь, если ты типа не смогла оценить подарок, который я тебе дал, то второго раза не будет. А тем более у меня... У мамы, кроме меня, вообще никого нет, поэтому я должна быть очень сильной. А у меня не видно грудь. Все, что хочешь, чтобы сбылось. Ой, я и вам того же желаю, моя инстаэс, чтобы у вас забывались все. Какой-то у меня Лив написал, Манечка, с праздником, я даже не знаю, кто это. Вообще не знаю, кто мне пишет сегодня с 7 утра. Ты должна быть сильной. Жан, я знаю. Должна я, блядь, такая. Все знаю, дочь. Но я имею в виду то, что мама со мной живет, и мы с ней необыкновенно близки. Поэтому она должна видеть только, как я улыбаюсь.
Маша, а что визажиста не было в 9:05? Она позвонила, представляете мне, сказала: Маша, извини, забыла тебя предупредить, я к тебе не приду. Ну так интересно, у меня по сути сегодня вечером концерт, и я думаю, а вот если бы я сама не умела красить, у меня не было бы диплома визажиста, я не представляю, у меня, наверное, бы истерика началась, вот клянусь вам. Я имею в виду, что мама живет со мной, и у нас огромная связь, поэтому я для нее самый близкий человек на свете, это понятно. Ты простудилась? Нет, я вчера плакала очень много и поехала ночью, но мне нужно было, и я забыла накинуть на себя. Я пошла в одном спортивном костюме, выбежала, а на улице холодно, у меня немножко нос простудился. Мы победим все. Там Татьяна вовсю к тебе собирается. Мам! Мам! Таня Африкантова вовсю собирается ко мне в эфире. Слышишь? Иди сюда, Оль. На фото твоего брата он в обнимку со взрослой девушкой. Это его дочка? Да. Это его дочка от первого брака. Ей 19 лет, Наташа. Она учится в МГУ сейчас. Очень умная девочка, необыкновенная. У тебя нарощенные волосы, да? Ну, конечно, нарощенные. Я бы свои такие не отрастила, я думаю. Я во вторник плакала весь день, тоже тяжело, но уже восстанавливаюсь. Мне похер, ну, как бы, да, на многие вещи, но я когда легла сегодня, я говорю: мам, пожалуйста, я со мной, мне, знаете, я не знаю, бывает такое, вот в этом месте дыхание сдавливает и вообще нечем дышать. Роскошный волос. Спасибо. Это мне у Малаховых вытянули красиво. И они смотрятся хорошо. Мам! Ты подойдешь? Маме, короче, 870 сообщений от подписчиков. И она сидит, всем отвечает. Она не... А куда ты, мам, идешь? А? Ну вот куда ты идешь? Маша, мне сейчас одна наша подписчица написала. Иди поздоровайся. Могу вслух говорить, не могу. Ну просто она меня поздравила, нас с тобой, я спросила, куда пропала. Там так не радужно. Я вот ей отвечаю, я не могу это пропустить мимо. Мам, я у тебя инстаграм удалю. Короче, маме пишет, она всем отвечает, сидит по ночами. А мне ты нравишься, есть тебе духовность. Ну это понятно. Ой, ребят, чего мы будем 8 марта грустно? Я вышла к вам, чтобы как-то порадоваться. Чего мы это будем обсуждать все? Ой, до конца эфира осталось минута 50 секунд, 52. Печально, конечно. Мне знаете, что сегодня приснилось? Под конец расскажу, сейчас опять выйду в эфир, потому что сегодня вечером концерт, я позанимаюсь немножко. Что мы с папой стоим, короче, на теплоходе, он на краю стоит, огромного лайнера, он меня фоткает, и в этот момент у него телефон падает, и он в океане тонет. И мне интересно, что может значить этот сон. Посоветуй хороший фильм. Я что-то ничего не могу сказать хорошего сейчас вам точно посоветую, потому что у меня настроение после вчерашнего, мягко сказать, плохое. Машу, не читала сообщение в WhatsApp. Я читала, моя дорогая, что ты не сможешь прийти, к тебе мама приехала. Это вот моя девочка пишет, которая мне татуаж делала. Бровей, мы тебя ждем с мамой, чтобы ты к нам домой пришла. Я сделаю еще татуаж губ, а мама бровей будет делать, поэтому приходи. Любимый актер 100% Джуд Лоу. Ну, не как актер, а мне он просто нравится как мужчина. Не знаю почему. Крутой сон. А что это значит, этот сон? Я, представляете, я просто себе записала в напоминаниях, и мне сейчас напоминание вот так вот вышло, вот здесь вот, что типа ты хотела спросить у подписчиков про сон. И вот мне интересно самой, почему такой сон приснился именно про папу. Папа за тебя переживает. А может быть, он почувствовал. Да все, блин, 20 секунд осталось. Что делать? Выходить заново? Я так не хочу от вас выходить, мне с вами легче. Что делать?
Че, уродина без косметики, да? 9 секунд, 8, 7, 6, 5. Сегодня сейчас...